Это площадь Старого Базара. Город Барнаул. 9 марта 2021 года. тридцать тысяч людей, 180 тысяч машин. Не считая, не знаю, грузовых, которые приезжают еще. Вот так. Значит, люди живут достойно. А там дальше Нагорный парк. Красивый город Барнаул. Много было здесь всего. Есть даже здесь памятник жертвам репрессий. Мы сейчас пройдем с ураганщиком. Ураганщик, пошли. Вот он идет, я за ним иду. Вот идем мы. Тут много знатных людей. Ползунов тут был. Иван Иванович, изобретатель и строитель первого в мире универсального теплового двигателя. Ну что-то там надорвался на работу или рано умер. 1726-1766, это 40 лет. Самый рассвет мужика. Ну вот так уж память о себе оставил. Улица Ползунова есть. Университет Ползунова. Он, конечно, это не знал. Что тут 300 лет прошло. Трудно смотреть. Вот такой здесь рядом как бы парк, я не знаю, как его назвать. И мы с ураганом идем. Он с нами проехал в миссионерской поездке 120 тысяч километров. Из Барнаула, значит, проехал до Владивостока. Потом шенгенскую зону, визу открыли. Груз забросили границы. Первый раз в шахтах Ростовской области ставка, а потом в Калужской области была остановка, откуда мы разъезжали. 650 городов и сел, районы проехали. По первоначальной стоимости издания книг 38 томов у меня вышло книг. Один комплект стоит 750 евро. Умножить на 650, получается 35 миллионов. Это вот памятник. Прощание называется. Долго его делали. Молодой человек, видный, сынишка подхватил, руки скрученные. В общем, репрессия, друг друга уничтожали. Его жизнь мы не знаем. Какой он был, кого раскулачил, кто его знает. Вот оно, прощание. Я тут был. Это целая история. История страны. Царь был плохой. Николашка, Алашка обзывались. Ну, разве он своих генералов под меч пускал хотя бы одного? Даже этого Гитлер не делал. В отставку и все. Нет, все. Сразу. Вот оно как. Ну, это, конечно, огромный вес тут. Как привезли. Так, мы уходим.